Испанский суд признал миньет одним из способов оплаты долгов. Дело было пару лет назад. Одна испанка, 38 лет от роду, развелась с мужем. Ну, все хорошо, она в какой-то момент решила купить себе новую машину, а денег нет. Что делать? Она пошла по знакомым, потом в итоге пришла к старшему брату мужа. Ему 58 лет. Говорит, так и так нужны бабки, дай мне 15 тысяч евро в долг. Он подумал, говорит, ладно, я тебе дам, как бы у меня, в принципе, и деньги есть, я тебе дам. А, дал ей 15 тысяч евро в долг. Она, довольно счастливая, купила себе в машину. И проходит полгода, денег не отдает. Проходит еще больше, денег не отдает. Что делать? Мужик обращается к ней, ты когда долг-то вообще будешь возвращать? Она, ну и так, и сяк, говорит, давай, говорит, у меня денег нет, не предвидится, давай я тебе буду отдавать это все минетом. Да, именно так, ребят, минетом. В итоге они договорились, что она будет к нему приезжать 2-3 раза в неделю и, соответственно, отрабатывать. Она поработала одну неделю, вторую неделю, третью неделю, и потом что-то ей так надоело это все дело. Она взяла, пошла, написала заявление и подала на него в суд за то, что он ее принуждает к этому делу. В итоге суд состоялся, он принес доказательства того, что она как бы сама предложила, он просто согласился. И суд стал на сторону этого мужчины, сказав, что, ну, ребят, вы же сами обоюдно согласились, что она будет отдавать это все дело минетами. Так что он тебя ни к чему не принуждал, а ты, соответственно, просто этим делом отрабатывала.